Территория Брестской крепости не раз становилась местом сбора неравнодушных граждан, которые, вооружившись специальным рабочим инвентарем, выходили на субботник. И этот раз не стал исключением. На уборку вышли депутаты Брестской области, представители Совета Республики, Палаты представителей областного молодежного парламента. Такой состав не просто так собрался. Как отметил председатель областного совета депутатов Игорь Брилевич, объединение молодежи депутатов – это преемственность. Здесь на самом деле есть где приложить руки, поэтому было принято принципиальное решение на системной основе проводить работы по благоустройству территории, которая прилегает к мемориальному комплексу «Брестская крепость Герой». На самой территории, как вы знаете, осуществляется строительство патриотического центра, и уже осенью будет сдана первая очередь. Безусловно, это очень нужная и правильная работа. Поэтому сегодня депутатский корпус Брещины, депутаты всех уровней, первичный, базовый, областной, палата представителей решили поработать для того, чтобы сделать нашу землю лучше, краше, чище. Молодежный парламент – это то направление, это та смена, которая готовится депутатами всех уровней. И в этой плотной связке мы должны работать по решению всех вопросов, касающихся общественно-политической ситуации, социально-экономического развития. А что не объединяет, так как созидательный труд. Потому молодые парламентарии Брещины плечом к плечу трудились с представителями областного совета депутатов. К слову, подобного рода субботники для юношей и девушек – дело привычное. Молодежь Бреста системно участвует в уборке, и в этот раз для работы по благоустройству подключились активисты со всей области. Всего в субботнике приняли участие 20 молодых людей. Участие как раз-таки молодежи в такого рода мероприятиях особенно значимо, ведь кто, как не мы, должны собственным примером показывать в первую очередь нашим подрастающим поколениям о том, как надо заботиться, любить свою малую родину и, в принципе, работать на то, чтобы процветала наша республика. Нам особенно значимо сегодня здесь присутствовать, ведь в этом году мы отмечаем 80-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. И здесь, на героической земле Брестской крепости, как никогда важно вот это вот сплочение поколений, да, преемственности. И мы всегда, в принципе, активно поддерживаем наш депутатский корпус. Спилить ненужные ветви деревьев, избавиться от сухих кустарников, убрать мусор, который сегодня находится на территории. И это только часть работы, которая стояла перед трудовым десантом. Чтобы полностью навести порядок на территории мемориального комплекса «Брестская крепость Герой», предстоит осилить еще огромный объем работы по благоустройству. Поэтому уборка будет продолжаться регулярно. Уборка проводится не впервые. Как я уже сказал, работа эта проводится в Брестской области, в городе Бресте, на системной основе. Для того, чтобы привести в порядок эту территорию, нужно еще будет очень сильно потрудиться, потому что вы можете видеть, какой колоссальный объем работы для того, чтобы здесь действительно был порядок, для того, чтобы здесь действительно не было каких-то вопросов. Поэтому работа эта проводится регулярно, это не разовая акция, и парламентарии, и депутаты будут ее продолжать также. Подходя к делу с таким настроением, наш родной Брест с каждым годом будет становиться только чище и лучше.